Опа! Патришком, патришком, ламана. Качает музяка, ламана. Мой фуна, ламана. Всяка, всяка, ламана. На Северном Кавказе, меж высоких гор, раскинулся красавец Пятигорск. В Пятигорске с почтением относятся к старшему поколению, поэтому мобильный телефон Siemens A35 до сих пор пользуется популярностью и уважением. Именно в Пятигорске в салоне Мегафон Ритейл работает самый эмоциональный в мире продавец-консультант Жорик Вартанов. Да, там пальцем надо тыкать, ты пальцы свои, значит, его завозюкаешь весь, ты его измажешь, изгадишь, он у тебя скользкий будет. Он у тебя, слушай, Вася, он у тебя прямо в хинкали твои выпадет, точно, я тебе говорю, тебе это надо вообще, телефон с хинкали? Жорик! Да. Что говоришь? Раскладушка? Нет, слушай, раскладушка это вообще, это прошлый век вообще. На них уже не спит никто, ты разговаривать собрался по ней. Не, смешишь меня. Жорик, закругляйся. Слушай, что ты пристал ко мне в самом деле, закругляйся. Я тебе шарик, что ли, закругляться? Все, отстань, я телефон жене выбираю, слушай, короче. Так, я, короче, работаю тут, тебе зарабатываю на трубку твою. Все, давай, пока, все, давай. Жорик, слезь со стула. Слезь со стула. Это стул, на стуле что делают? Сидят, я на нем сижу, что ты пристал ко мне в самом деле? Слезь, тебе говорят, сейчас эфир начнется. Эфир, шмефир, кефир, вот одно и то же у тебя, ты мне вся настроение портишь, вообще достал меня. Жорик, работаем. 3, 2, 1. Тань-тань-тань-тань-тань-тань-тань. Добрый вечер, мои любимые телезрители. Приветствую вас, я ваш любимый вас телеведущий, Жорик Вартанов. Целую ваши трудолюбивые ручки. Ну не все ручки, красивые, женские, молодые целую. Как у тебя, Вася, волосатый, не целую я ручки. Жорик, текст. Текст, шмекс, ты вечно бубнишь мне. Читай. Короче, да. Мои родные мегавчане. Сегодня я напоминаю, это ваш любимый ведущий Жорик Вартанов. Сегодня я буду вести для вас новости со всех регионов Мегафона. Вася, это что, страна вот такая, Мегафон? Что Жорик, это? Мегафон – это крупная телекоммуникационная российская компания. И для тебя страна такая, Мегафон. Ну все, понятно все. Короче, сейчас прямое включение новостей от уралчан, сибирчан, поволжчан, дальневостовчан, и макарчан? Жорик, какой макарчан? Слушай, ну что ты пристал? Я привет передаю другу своему, Радику Макарчану. Жорик, что ты несешь? Читай по бумажке, что написано. Бумажка, достал. Короче, да. Хорошо. Новости из уральского, сибирского, поволжского, дальневосточного филиалов. И макарчан? Радик, привет тебе от меня. С ума сошел. Короче. Новости.
with you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never that must stick it out till the end. Now I'm waiting more than ever, all that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Здравствуйте! В эфире новости компании «Мегафон Ритейл». Тимур Михайлович за свое служебное рвение был награжден почетной смирительной рубашкой. В офисных условиях сотрудниками был выращен огромных размеров апельсин. Евгений Трясов перешел в махачкалинский «Анжи» за 2 миллиона долларов. В новосибирском офисе компании «Мегафон Ритейл» изобрели инновационный и не имеющий аналогов гаджет, который перевернет современный рынок технологий сотовой связи. Добрый день. Да, все отлично. Спасибо. Да, все документы получили. Да, в понедельник подпишу. Все, до свидания. Современнейший смартфон от «Мегафона» «Мегафон» обещает стать хитом продаж 2012 года. Революционность разработки чувствуется абсолютно во всем. Нетрадиционный, но эргономичный дизайн позволяет удобно держать аппарат даже одной рукой. Сложная для восприятия, перенасыщенная кнопками панель заменена на интуитивно понятный рычажок. Следует только нажать его, и устройство готово к использованию. Мы очень долго трудились над созданием этой разработки. Только по истечении полугода напряженной работы нам удалось удалить абсолютно все функции из этого аппарата, кроме функции передачи звука. Аппарат «Мегафон» – настоящее чудо. Благодаря ему вы можете посылать любое сообщение на любое расстояние, вплоть до 100 метров. Аппарат уже показал свою исключительную эффективность на многочисленных митингах в Москве и других городах. Одним из множества его плюсов является то, что для связи с другими абонентами вовсе не требуется, чтобы у них тоже был аппарат. Достаточно того, чтобы он был у вас. Кроме того, с его помощью можно осуществлять эффективную коммуникацию, невзирая на такие преграды, как стены, бетонные заграждения и даже тугоухость абонента. Аппарат усиливает мощность голоса в десятки раз, и с его помощью можно разговаривать с пожилыми родственниками или в очереди поликлиники. И по последним данным, компании-конкуренты «Мегафона» переняли идею производства продукта одноименного компании. Так теперь «Вымпелком» начинает выпускать флажки, а МТС переквалифицируется на производство машино-тракторных станций. До свидания. О, приснится же такая ерунда. Михаил Иванович, зайдите. Поверишь, в 2011 году наш филиал построил в Поволжье 271-й салон связи «Мегафон». Еще 10 салонов наши люди построили в Республике Таджикистан. В службе финансов, учета и отчетности Поволжского филиала был проведен день открытых дверей. На наружную рекламу в 2011 году потрачено 700 квадратных метров материалов. Выполнена программа по навигации в 10 торговых центрах. Ты не поверишь, 900 человек, это больше половины сотрудников Поволжья, сделали шаг вверх по карьерной лестнице. И еще один пошел на повышение. Состоялись съемки ролика о поволжском филиале «Мегафон Ритейл», героями которого стали сотрудники филиала. Я всю жизнь готовился к роли в этом фильме. С детства мечтал сняться вместе с такими кинозвездами. Меня приглашали, но, увы, не прошел кастинг, да... Я всегда мечтал работать с «Мегафоном». Эх, братцы, это хороший настоящий кинофильм про людей, про Россию. Вы знаете, я считаю, что в Голливуде он будет иметь успех. Несомненно, хороший фильм, хороший. В городе Казань состоялось главное спортивное событие года – Кубок Поволжья по мини-футболу. За победой в столицу Татарстана приехали команды 6 территориальных офисов. В команду взяли не всех. Обладателем кубка стала команда города Ульяновска. Франчайзинг и первый опыт открытия салонов связи «Мегафон» в удаленных населенных пунктах. Поселки Иглино, Бишбуляк, Бураево, Учалы.
поволжском филиале «Счастье клиента» на декабрь 2011 года составила 94,75% пятерок. Рома! А перекрестись! Руки на пояс, два притопа над головой, два притопа распресили, два притопа закружились, как на карусели. А теперь ко мне все подойдите, руки на пояс, головы летите. Два притопа, два притопа, снова на место стать всем нужно. А теперь еще быстрее. Руки на пояс, два притопа над головой, два притопа распресили, два присели, закружились, как на карусели. А теперь ко мне все подойдите, руки на пояс, головы летите. Вот.